встречи одноклассников каждый хочет поделиться своими достижениями. Кто-то растит третьего ребенка, кто-то открыл свой бизнес, кто-то переезжает жить в Майами. Прошу прощения, вам услышать стой. Вы хороши, и каждый лучшим быть достоин. Но круче я не чувствуйте себя отстоем, потому что я веган, я веган. Я веган. Я не ем мясо, я не ем рыбу, я не ем яйца и молочные продукты. Мясо — это убийство, молоко — это насилие. Невиновны только овощи и фрукты. Эй, ты в норковой шубе, ну о чем тут говорить? Ты хоть знаешь, сколько их пришлось убить? Ты хоть знаешь, что икра — это маленькие детки? Ты когда-нибудь смотрела в глаза креветке? Паша собирает с детишками лего, Аня скользит по альпийскому снегу. Но мне тоже есть о чем рассказать коллегам. Я веган. Я хочу, чтобы все люди разделяли мои взгляды. Только веганом с собой я буду рада видеть рядом. Я готова приложить любые усилия, чтобы остановить убийство и насилие. Только нету сил, нету сил, нету сил, нету сил. Ведь я веган, я веган. Я веган. Уже поздний вечер, и скоро все уснут. Только я не сплю, я замачиваю нут. Я предотвращаю мировую катастрофу. Я выбираю не мясо, а тофу. В мой доведомский период мне так нравилось кино. Только петь про группу крови для вегана грешно. Хоть огурцы из алюминия и веганский продукт. В моей жизни вместо Цоя появился кимки-дук. Но теперь уже не нужен ни Феллини, ни Хичкок. Я кино смотреть не буду, я поеду в веган-шоп. Потому что мои новые друзья.